Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я хотел бы вам продемонстрировать цилиндр чешского производства Такос, тот, который входит в стандартную комплектацию модели Monolith, а точнее его очень интересную функцию. Это функция отключения работы цилиндра с внешней стороны при помощи барашка. То есть, потянув барашек на себя, вы переводите замок в такой режим, в котором изнутри все работало, продолжает работать так, как и раньше, но при этом с внешней стороны ключ вращается в холостую. После того, как вы нажимаете вот эту кнопочку, цилиндр переходит в тот же режим, когда ключ работает с внешней стороны, не в холостую. Цилиндр имеет хорошую секретность, надежность и ряд полезных функций.